Пресс-служба Центра управления восстановлением ДНР сообщает, что в четверг, 25 августа, ожидается прибытие в республику очередного гуманитарного конвоя МЧС Российской Федерации. Он станет уже 55-м по счету. По данным ЦУВ, белые грузовики привезут почти 220 тонн товаров, которые включают детское питание и медикаменты для Министерства здравоохранения. Также в ведомстве добавили, что в составе гумконвоя прибудут 3 адресных груза. Более тонны медикаментов для санэпидемслужб Донецка, кресло для зрительского зала Донецкого республиканского театра «Кукол» и около 250 килограмм учебных принадлежностей от правительства Удмуртской республики. Напоминаем, что 54-я колонна спасательного ведомства России 21 июля доставила в Донецкую народную республику более 400 тонн продовольствия, включая детское питание и 4 адресных груза.